Сегодня свою работу возобновило агентство по предотвращению коррупции, которое, как казалось еще недавно, намертво погрязло в скандалах и выяснении отношений. Замглавы НПК Руслан Радецкий написал у себя на странице в Фейсбуке о том, что агентство смогло утвердить результаты полной проверки деклараций нескольких судей, прокуроров и министра юстиции Павла Петренко. И по одному из тех, чье имущество проверили в НПК, материалы направлены в специализированную антикоррупционную прокуратуру в рамках уголовного производства. В информагентстве «Украинские новини» уточнили, что нарушение есть и в декларации Петренко. Министр указал неточные данные по квартирам и своему автомобилю.